Всем доната, с вами Донатик, и сегодня я хочу вам показать свои настройки для самого лучшего клиента в Майнкрафте для PvP. Это Badlon клиент. Мои настройки помогают мне PvP-хаться и также очень сильно повышают ваши FPS. Так что если у вас слабый компьютер и плохая мышка, вы сами сможете с ними тащить каточки. Вот. Ну а мы поехали! Что, ребята, началась наша первая каточка. Вот мы сейчас играем в Normal Skywars. Давайте, вот как видим, у нас все под рукой. То есть вот плюс этого вот профиль для Бадлёна, то есть все под рукой. То есть не надо никуда там справа смотреть, влево. То есть сразу, то есть видишь всю нужную тебе информацию. То есть тебе не надо никуда там смотреть, взгляд отводить. То есть ты всегда смотришь на игру. Это очень важно, на самом деле, когда ты играешь в Skywars, особенно. В Bad Wars это, конечно, тоже важно, но в Skywars это имеет особую важность, ребят. Не забываем, то есть очень полезно. То есть ты сразу видишь всю информацию, которая тебе нужна. Это очень круто, я считаю. То есть только поэтому, я считаю, нужно поставить. Вот, кстати, у нас тут противник, бля. Но он нас убил, потому что, ну, бля, как бы мы пили, бля. Давайте пойдем в следующую игру. Мы не будем отчаиваться. Так, ребят, вот наша вторая каточка. Короче, у этого профиля есть еще несколько плюсов. Например, то есть, смотрите, мы сразу можем понять, сколько у нас зелек, сколько у нас яблочек, сколько стейков, то есть, сколько мы еды. Также еще очень важный плюс этого, то есть, профиля, то, что мы понимаем, сколько, вот на каком сервере мы играем. Потому что очень часто, например, у меня бывает такая жизненная, я думаю, для каждого ситуация. То, что вот играешь, например, на сервере, а ты забыл, где ты играешь, ты забыл, на каком-то сервере играешь. Вот, ты забыл. И понимаете, вот такая ситуация происходит, ты не помнишь, может, ты вообще на выживание играешь обычно. И вот что делать в данной ситуации? Ты можешь просто сверху, и ты понимаешь, что ты играешь на Hypixel, и ты такой, а, я, кажется, играю в Skywars, ребят. И типа все понятно, типа, вот такая происходит. И ты знаешь, где ты играешь на самом-то деле. Вот, а вдруг ты потом можешь подумать, что ты играешь в выживание, и все, типа. Также можно понять, сколько у вас КПС и на какую кнопку вы нажимаете. То есть иногда просто, ну, такой тупо думаешь, а на какую кнопку ты нажимаешь, блин? И ты смотришь, и все у тебя перед лицом, типа, вот, я нажимаю вот на эту кнопку, и ты такой, бау, я реально на эту кнопку нажимаю. Где он? Вот, убиваем, давайте, тиммейта. Вот, убили челика, чисто нубик какой-то попался, бля, дебил, бля. Вот, и, кстати, мы заняли третье место, на самом деле, очень легкая каточка была. Так, вот, ребята, дошел в третью каточку, вот этот арс, это инсейн. Так, не знаю вообще, вот третье место занял, ну это что-то не повезло мне сегодня. Обычно я занимаю первое место вообще во всех играх, ну просто сегодня, ну не везет сегодня, понимаете, со всеми бывает такое. Так, еще расскажу очень важный, то есть очень важную фичу этого RSS-пака, то что слева сверху можем понять, то есть в какую сторону мы смотрим, потому что, ну, не всегда понимаете. То есть для слепых это очень круто, потому что вы можете не понять, куда вы смотрите. А так всегда понятно, на самом деле, куда вы смотрите, ну как бы круто. Вот, на меня попытались скинуть, но у них это не получилось, потому что, ну как бы они лохи. Так, и еще вот хочу напомнить, то что если мы набираем на это видео 500 лайков, я сливаю респак приватной сплюшки. То есть это на самом деле очень крутой респак, то есть он мне за деньги его сливал, но я могу сливать бесплатно, не забываем 500 лайков, я могу сливать. Если вы набираете 150 лайков, я вам сливаю свой приватный спак. Вы спросите, почему 150? Потому что я заплатил за него 15 рублей, ребят. 15 рублей я заплатил за этот спак. Поэтому 150 лайков, я вам его сливаю, ребят. Не забываем. 150 лайков, я вам его сливаю. Поэтому набираем, не забываем, ребята. А мы погнали к четвертой каточке. И let's go. Так, вот, ребята, начинаем четвертую каточку. Вот, я, как видим, случайно зажал спать. Но это бывает такое с каждым, на самом-то деле. Вот, еще раз скажу, очень важная штука этого респака. То, что, например, вот, видите, вот у меня там слева сверху, у меня там написано мем. Это память, которую использует мой компьютер. И то есть, например, если у вас, например, в компьютере нет кулеров, процессора там или оперативки, то есть, ну, вообще в компьютере нет кулера, вот с каждым бывает. Ну, нету, не поставили кулеры при, ну, сборке ПК. Вы можете просто взять и, например, вот, видите, сколько у вас там нагрузка стоит, блядь. И просто понять, если у вас там нагрузка 100%, вы можете просто, типа, не продолжать играть, и все как бы. Такое тоже бывает. Поехали в следующую карточку. Ну что, ребята, начинаем карточку нашу последненькую в Bad Wars. Так вот, короче, хотел вам еще рассказать новость. Короче, недавно, вот буквально, года 3 назад вроде бы умер Техноблейд. Вообще очень свежая новость. И вот, ну, честно, задолбали уже челики, которые, вот, например, у нас в каточке есть один чел со скином Техноблейда. Я ненавижу людей, которые ставят скин Техноблейда. Я считаю это лицемерием. Ну просто вот не нравятся мне эти люди. Вот не нравится, и все тут. Так, давайте застроим нашу кровать. Хотя бы вот немного элементарненько застроим нашу кровать, блять. Вот она, как видим, я про на самом-то деле. Так, надо еще понять, где алмазы. Потому что алмазов на этой карте вроде как очень много. Вон алмазы, блядь, туда прострамся. Вот, поэтому, если вы ставите скин Техноблейда, я считаю, вам надо умереть на... Окей, давайте простроимся. Вот я, видите, без отжимом даже могу устроиться. Ну, блядь, видим, не хочу, потому что, ну, как бы разучился уже, могу умереть случайно.
Там челики уже друг друга убивают, а нам, в принципе, типа кто мы, блин. Так, давайте простроимся, нам блоков не хватит, поэтому нам придется в любом случае гонять за блоками на базу. Вот, на самом деле играл еще до этого, записывал еще одно видео на каналчик, ребята, не забываем. Если мы набираем 10 тысяч подписчиков на канале, я показываю вам, я вам сливаю пароль от канала Фьюшки, объясняю почему. Просто на самом деле этот ютубер у нас слил всех своих подписчиков, блять, он продал свой канал, блять, я считаю это вообще, ну, не круто, когда ты продаешь своих подписчиков, поэтому я буду сливать его пароль. Ну вот, такие штуки бывают, как минимум там уже на алмазах. Ну вот, короче, поэтому если вы напомните, кто такой, идите на... Также не забываем, блять, ребята, что если вы подпишетесь на канал, поставьте лайк и поставьте колокольчик, то я сниму и совместку с Ивангаем и Марьяной Ро. Вот, кстати, они развелись. Так, давайте сломаем белого чмо, бля, потому что он охуел чуток, бля. Он охуел, бля. Он, короче, там играет со Скайфолдом, если... Давайте понаблюдаем, как это мразота сломает нам кровать, бля, потому что он охуел конкретно, бля. Где это мразь? Ах ты мразь, ебать, попуск, ёбля. Ну вот, ребята, такой выпуск у нас получился. Не забываем подписываться на канал, ведь если мы наберем 100 тысяч подписчиков на канале, я сниму совместку с Ивангаем, Марьяной Ро, Янго, а также еще я разыграю свою жопу на камеру. Вот, не забываем подписываться, не забываем, ребята. Все, спасибо, спасибо за просмотр. Всем доната, с вами Донатик. Всем пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.